3 сентября главы района и города совместно с депутатами и общественниками приняли новый объект. Во дворе дома номер 5 по улице Победы появилась спортивная площадка для игры в футбол и волейбол стоимостью 2 миллиона 700 тысяч рублей. Средства выделены из городской казны, а также из областного бюджета по направлению «Инициативное бюджетирование». С инициативой начать обустройство большой дворовой территории выступил ТОС «Северный». Подрядчик выполнил работу качественно. Я хочу сказать, что спасибо команде, потому что вот по городу сегодня, вот на Светлану Владимировну, как на главу городского поселения, конечно, нагрузка очень огромна. Встречаясь с людьми, мы все-таки говорим, и народ уже сегодня соглашается, что делается, работа идет. Конечно, хочется больше, но еще самое главное, народ требует и качества, потому что мы сегодня за качество все ответственны. Вот чтобы было качество, соответственно, должна прийти фирма, которая именно с большой буквы фирма, которая имеет хороших, прекрасных специалистов. И нужно сегодня спасибо сказать это и депутатам, и областным депутатам. Ну и нужно сказать, что здесь немалое софинансирование и городского поселения Углич. То есть Светлана Владимировна сюда вкладывается. Скажу далее, что задача стоит и передо мной, как перед главой района, и перед Светланой Владимировной, чтобы вот эта площадка, она работала и дальше, чтобы она была многофункциональна. То есть и для взрослых, и для детей, в первую очередь, и для маленьких детей. Вплоть до того, что здесь можно было приехать и какое-то мероприятие провести, чтобы это все работало во благо нашего населения и для людей. Дальше мы планируем отдельно сделать для маленьких детей, это тоже по желанию жителей, такой детский городок, для пожилого возраста очень много было заявок, и сейчас мы начинаем уже встречаться с социально-общественным самоуправлением, с жителями, безусловно, с депутатами, которые здесь, на этой территории, будем обсуждать саму концепцию продолжения площадки, для того, чтобы, надеюсь, на следующий год реализовать еще часть этой площадки. Наверное, жители уже смотрят, что готово, ждут открытия. Да, да, конечно, с нетерпением ждут, дети ходят вокруг. Надо, чтобы немножко было устоялось, тем более сейчас погодные условия. Как только позволят, безусловно, будут открыты двери. Валентина Геннадьевна Башмакова, это председатель ТОС Северного, она будет хозяйкой этой площадки. Сегодня даже торжественные ключи уже отдали. Конечно, и жители, и дети микрорайона Северного очень довольны, что у нас появилась такая площадка в этом дворе. Желательно, чтобы она была задействована. Спасибо депутату областной думы Макарову Алексею Викторовичу, который способствовал тому, чтобы площадка эта появилась, администрации города, района, которые поддержали эту идею. Детки будут заниматься здесь спортом, это очень хорошо.